А, школьник, школьник! Блин, Евген, быстрее улетает этого цунами, оно сейчас нас догонит. Да, сейчас догонит, а мы падаем. Ай, мы, блин, упали. Друзья, в этом видео мы потерпели крушение, да. Прям начнется очень суровое выживание. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк, и тогда видео начнется, да. Прямо сейчас кликайте лайк. А также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, да. И пишите хэштег цунами. Погнали. Мы потерпели крушение, блин. Сейчас, я пытаюсь. Пытайся взлететь, Евген, сейчас цунами нас догонит, блин. Все, взлетаем, давай, отлично. Давай, лети быстрее от цунами. Ну двигатель вообще поврежден, все нестабильное, можем, короче, разбиться. Блин, только не давай, пытайся не разбиться, пожалуйста. Все, я, короче, пытаюсь, давай, Шкалянский, так. Давай, лети. Блин, я не успею подняться в гору, сейчас пытаюсь. Ты что творишь, мы сейчас забьемся. Все, падаем, катапультируемся. Так, все, я на парашюте. Ух, да, я тоже. Смотри, тут, короче, гигантский это слизень в воде. Капец, походу мы разломали наш самолет. Мы потерпели крушение, ребята, мы потерпели крушение. Что теперь делать? Да, здесь просто вообще жесть какая-то. Ну что, Шкалянский, надо выживать. Блин, ребята, мы убегали от цунами, и, похоже, наш самолет разбился. Нужно как-то выжить, построить новый самолет и улететь, пока цунами нас не догнало. Да, ну-ка, вот сейчас мы это убьем. Опа, давай, мочи. Оба. Ой-ой, хорош. Ой-ей, меня гасят. Напали, там зомби какой-то, смотри на тебя. Вообще какой-то шахтер это. Сейчас его смотри, сручу, необычный какой-то. Ой. Давай, мочи его. Он вообще сильный был. Надо... О, хорош. На, вот я тебе сейчас стрелу отдам. На, короче, ты блоки. У тебя оружие-то есть, Шкалянский? Вообще ничего нет, да я же вообще убегал. На, короче, тебе. Я с луком буду, ты с мечом, все. Возьми вот стрелу. А, да, то кончится. Пускай тебя будет. Так, смотри, ну что, давай попробуем разведать что-то за остров, и давай добудем ресурсы, построить надо ж. Да. Ой. Надо ж, короче, построить этот, блин, корабль новый, уплыть. Или улететь. Да. О, смотри, паук какой-то. Где, где? Крутится. Ну-ка. Ты посмотри, ты видишь? Да, смотри, какой-то паучара в клетке. Блин, слушай, а может жестко. Здесь какая-то ловушка? Может быть. Ой, блин! Это в натуре была ловушка. Беги, Шкалянский. Блин, ребята, все потемнело. Что делать теперь? Я тебя спасу, Шкалянский. Беги. Давай, подожди. Может быть, получится как-то приручить. Сейчас я приручаю. О, он, кажется, меня полюбил. А меня нет. Помоги. Не, меня бьет тоже. Скиниду. Так, сейчас тебе скину. Так. На, короче. Ой, яблоко это тоже. Еда для пауков? Да, это еда для пауков. Так, офигеть. Ребятки, так давайте сейчас... Сейчас попробуем приучить, короче, одного паукана. Так, ребятки, давайте попробуем... Там зомби идет. Паучка. Еще там второй бог. Зомби. Капец, ребята, там зомби. Блин, давай, стреляй. Все, минус один. Ого, у него какое-то оружие. Капец, он жесткий, да, мочи. А, что-то не срабатывает. Блин. Ребята, что это за остров такой? О, смотри. О, день наступил, офигеть. Ого, их что-то много. Так, видел, там какое-то оружие было? Где? Из нее ничего не выпало? Да не, вроде там ничего. Надо отбиться от этих. А вот хлеб. Смотри, булки выпали. Да, смотри, он на тебя целится оружием. Да. Офигеть, он что, офигел? Да, он офигел. Ты что там? Да. Ой, блин, а турист здесь стреляет. Ай. Ну да, сейчас я спасу тебя, Шкалянский. Опа. Ой, хорош, только из него не выпало там никакого оружия. Ну ладно, пошли. Так а что мы будем делать-то теперь? Я не знаю, нам надо, короче, что-то придумать. Нам надо пауков захватить. Походу дела, здесь есть еда, и можно приучить пауков. Так, давай попробуем их приручить. Нужно что, чтобы ночь была для этого? Ну да, наверное. Так, оба. Капец, а что они такие жесткие, эти зомби? Блин, они не горят. Ну да, это какие-то жесткие зомбари. Тебе надо яблочек? Смотри, выпало с него, смотри. Ой, ну-ка, одевай, Шкалянский. Ха, смотри, один. Да, один такой этот, как его? Шахтер такой. Шахтер, да. Офигеть, ребята. Так, ну давай, что будем делать-то? Ну я не знаю, надо, короче, как-то пауков сейчас вызвать. Короче, по ходу дела, когда мы к ним подходим, ночь наступает. Приготовься сейчас еду, на, паучью еду. Давай, еще раз. Сейчас, короче, начнется. Хватит этой еды, да? Да, хватит, давай, приучаем. Так, один только приручил? А что-то он вообще ни в какую, а ну-ка. Не приручается, да? Нет, зараза такое. Ах, он, блин. Ой, а вот нападает. Попробуй приучи.
Не, не получается, блин. Надо читы подрубить. Сейчас, короче, подожди, не читы. Надо, короче, сейчас 5 минут, и мы сейчас приручим. Но это секретная техника, подписчики не должны видеть. Так, все, ну-ка. Ладно, давай, чтобы подписчики не видели. Смотри, приручили, короче, Шкалянский. Капец, приручили, смотри. Смотри, паучок такой, опа. Да, паук золотой брони, а у меня, короче, в алмазной. Офигеть, ребята, посмотрите, какой он классный. Я могу на нем бегать, смотрите. Обалдеть, короче, да, мы сейчас, короче, на пауках. Можем, ой, я еще такую кость держу. Смотри, я такой чистый этот. Абориген, абориген, капец. Смотри. Ребята, мы как абориген на паучках бегаем, офигенно вообще. Фига они быстрые, они быстрее лошади. Да-да-да, пошли, они, короче, такие, достаточно быстрые, ребята. Пошли разведку из острова делать, так, ну. Опа. Вот капец я на паучке вообще жесткий. О, так, они ну еще по деревьям, умеют лазить, прикинь. Реально, офигеть, так они по всему умеют лазить, не только по деревьям. Они да. По стенам тоже похожи. Да, вообще жесть, мы сейчас тут все разведаем. Я тут что-то нашел. Где ты? Раздатчик нашел со стрелами. Ну-ка, ну-ка, ты где? Браза, где? Пошли в другую сторону, Браза, пошли, ты не туда куда-то пошел. А ты где? А вот я, вот. А, ну все, побежали, давай. Вот туда, давай, пошли. Давай. А паучки умеют плавать наши? Ну, наверное, да. Нет, смотри, умеют плавать. Куда нам идти? В туда? Ну, пошли. Ага, давай сюда. О, так. Вот так, ничего, мы быстроходные. Ой, смотри, что-то нашли. Ага, дом какой-то. Так, ну-ка. Так, и давай. Здесь, а походу, дело кто-то выживал. Да, аккуратненько, Браза. Здесь, походу, дело кто-то выживал. Так, ну-ка, стопнемся. Так. Все, пусть наши паучки отдохнут. Так, да, ребята, отдыхайте, паучки там. Это, мы сейчас это подойдем. Смотри, тут какой-то сундук есть. О, топор! Я возьму топорик. Ой, это подожди, какой топорик. Посмотри, тут есть воздушные шары, корабельные штурвалы и кресла для пассажиров. Знаешь, что это означает? О, это значит, что мы можем отсюда построить, если что, выбраться, короче, с этого острова. Да, мы можем отсюда улететь, прикинь. Обалдеть. Ну ладно, бери, короче, себе тоже, я сейчас тоже возьму. А что ты взял? Да я уже туда уже все забрал. А, ну ты все так. А, все, а ну-ка, Ой, мой паук пытается убежать. А ну-ка, стоямба, сосамба, так, ну-ка. А, слышь, паук, ты что, офигел, а? Ну-ка. Ну-ка, давай. Эй, что? Вот так-то лучше. О, все, давай, забирай паука. Так, что смотри, да, чисто такое-то. Хотел, драпает такой. Ну что, побежим дальше на разведку. Вообще офигел, да, такой? Да, пошли дальше на разведку. Так, да, ребят, давайте еще разведаем. Потом, если что, мы сможем это улететь от цунами. Да, вдруг здесь, короче, проклятый остров пауков, и здесь какой-нибудь паучье цунами будет. Да, ребятки, так. Не, бежим, ну мы же бежим. Как бы не знаем же, да, правильно? Что мы не знаем? Ну, вдруг какой цунами будет. Ну что, вокруг острова ребята, сейчас прям уже какой-то... пауков будет, мы не знаем. Да, тут вот сейчас уже цунами есть какой-то вокруг острова, уже. Это обычное цунами, а будет из пауков, короче. Да. Так, ну ладно. Так, все, пошли, брат. Так, тут, смотри, какое-то дерево такое вообще, да, странное. Ну да, довольно необычно. Знаешь, тут такая фауна довольно необычная. О, какие-то скалы, смотри. Офигеть, да. Ребята, может быть, мы в каком-то этом затерянном острове в Тихом океане. И, короче, ой, смотри, тут какая-то могилка, по-моему. Да. Смотри, что-то нашел. Опа. Ну-ка. Давай, я посмотрю сейчас, что там. Давай. Там алмазики. Алмазики? Да. И еще железный нагрудник. Возьми нагрудник себе. Да, возьму, так, ну-ка сейчас. Еще там часы были, прикинь. Ага, все. Круто, ой, блин, опять теперь. Пауканы мои убегают. Ну-ка, стоям бы со самба. Так, ну паука забирам бы, так. Ну че, пошли дальше разведывать, там может что-то еще найдем. Да, пошли, Браза. Капец, да. Остров здоровенный, он таит. Это, знаешь, затерянный мир целый. Да, ребята, это знаете ли, Lost такой сериал. Вот. Ой, есть паука, это спрыгнул. Он тебя скинул. Я паучок. А, смотри, побежал такой, стоямба, сосамба. Паукамба, забирамба. Так, все, давай, пошли. Ты что-то видел, нет? Да, тут, шо? Короче, это, какие-то вон еще тоже скалы. Ого. А тут, смотри, грибные коровы есть. Ага. Капец, да? Да. О, смотри, там какая-то арка, пошли посмотрим, что там такое. Давай на арку, блин, она красиво выглядит, кстати, смотри. Так, ну-ка, что здесь такое? Ну-ка, так, ребятки, посмотрим сейчас, что тут. Да вроде ничего необычного, так. Просто арка, да, такая? Да, пошли, короче. Слушай, компас чё? Показывает, что где-то там мы вроде и были. Пошли, там же какая-то штуковина такая была прям в скале, давай заберем сюда и посмотрим. Да, блин, ну-ка есть паука, что-то выпрыгиваю как-то, блин. Он тебя сбрасывает, что ли? Да походу, да, паук какой-то, это паучара. А, наглый такой. Да, так, бежим. Так, ну все, да, бежим, сейчас посмотрим, что у нас здесь есть вообще на этом острове, так.
Может, чуть-чуть... Так, там какой-то раздатчик был, но там вроде какие-то стрелы только, да, в раздатчиках? Да, да, да. Тут как бы, походу, делают какие-то ловушки, но они уже давно вышли из строя. Что-то... Вот, еще стрелы, смотри. Ага, да, да, да. Ну, да, это реально... Да, возьми, это реально какие-то были, знаешь, затерянные ловушки. Походу, да, ребят, затерянные ловушечки какие-то, блин. Может, это остров с, знаешь, с ловушками такими. Все, мы, короче, оббежали по кругу, смотри, мы вернулись туда же, где и были, браза. Да-да-да, блин, тут арбузики вот растут. Да, о, да, давай туда, да, забежим вот туда, вот куда наша это врезалась посудина. Да, ну-ка, давай по стенке, ну-ка вот так вот забираемся. Оба-оба. Так, паучки давайте. Паучки вообще отлично карабкаются, а нет. Да, блин, паучков надо будет, может быть, даже забрать с этого острова себе, знаешь. Да, пауки вообще крутые. О, смотри, забрался. О, ёшкин поварёшкин, иди сюда, брат. Ай-яй, паук, нет! Чё там, нет? Нет! Он пытается убежать. Димон! Димон! Не, я живой. Давай, поднимай, это, прыгай в раза. Ой, да ты чё, тут как-то страшно очень. О, а ты чё, прям короче... на паучке? Я паучка оставил там. Не-не, пошли прям на паучке, пошли, браз, браз. Да ты чё, да жалко паучка будет. Тут много скал, пауки. Ой, паучок то. Сгорел, сейчас загорится. Нет, всё хорошо, всё. Давай, ну, пошли, чё? Пошли, браз. Да короче... подожди, я что-то не могу выбраться, не могу точнее сюда залезть так. Сложно. Что-то вот. Отлично, браза. Так, все, браза. Я над тобой прям, карамба. Ты че, а че там делаешь? А нам дальше надо. Пошли, браз, поднимайся. Браза, это что-то темно, вообще я ничего не вижу вообще. Ну ты да, ты там зенки напряги и все увидишь. Да ты че, ничего не вижу. Сейчас выберемся. Лава. Ну да, лаву-то видишь хоть? Да лаву-то я вижу, конечно. Тут надо аккуратно, а то паучка сожгем и все. Ой-ой-ой, горит, горит, горит. Ой, ты че паучка сжег? Ты блин, чё? Мой транспорт сгорел. Паучок. Димон. Блин. Ладно, пусть твой паучок тоже. А, ты че сделал? Ты чё, паучка? Так, все, за паучка и двор сейчас это тебя расправил. Ты чё сделал, блин? Тихо. Ты тихо, блин, слышишь? Давай сейчас новых возьмем, пошли, бразы. Да каких новых? Сейчас заодно, подожди, сейчас подписчикам расскажем правду, как вообще пауков приручать. Пошли, покажем. Блин, ты чё натворил, блин? Сейчас нового паука возьмем, ты не ссы. Капец, блин, взял паучка, мне это грохнул. Ну вот. Ну вот, все испортил, взял. Ты чё, ты где? А ты где? Да я спустился уже, я бегу по паучкам. Я тоже. Так, все, сейчас мониторим. Да я за тобой прям. А, все, вижу, давай. Давай, вон они, пауки. Только давай, приручаем. Так, а чё, мне нету ничего еды. А, ну на. И вот, короче, да это. Сейчас возьму, пофиг уже. А, ну это как бы да. Так, тук-тук-тук-тук. Так. О, все, в меня паукан влюбился. Вот мы садим на него, значит, уздечку. И в этот раз я хочу золотого паука. Все, у меня золотой паукан. Вон какой. Так, а я тоже золотого сделал. Вот, все, мы оба на золотых. Смотри, эти баты ночью какие светятся. А ты можешь день поставить, а? Ну, как бы да, мы тут на ловушке были. Все, теперь день. Все. Так, все, ребята. Вот, мы снова на пауках. Так, ну что ты думаешь, Евген, может, пора отсюда уже сваливать? Да, я думаю, короче, пора. Ну что? О, смотри. Вот он. Че? Ой! Опа. Давай, подожди, помнишь, у меня есть эти штучки всякие, чтобы построить новый корабль? Давай построим, короче, его и улетим. О, прикинь, я прям на пауке могу стрелять. Да ты вообще наездник, лучник. Ну чё это, давай, может, построим сейчас новый этот. Давай. Короче, ты строй, а я тебя буду охранять. Ты чё, офигел? Давай ты тоже строй. Не-не-не, я прошлый раз... Да, я ленивый. Я прошлый раз, короче, скелета стрелил, теперь ты строй. Так, ну-ка, на, все, не-не-не, все, на. Не-не-не, я побежал, не-не-не. Ты че, офигел? Ребята, блин, Евген Бро какой-то ленивый, походу. Так, ну ладно, сейчас построим сами, ребята, нам Евген Бро не нужен, все. О, все, ну вот, браз не нужен. Ну вот, а ты, блин, отказался от меня. Не отказался. Сейчас я тебя вообще защищаю, тут видишь зомбарей сколько. Да ты зомбарь, блин, самый главный. Так. Ты не думай. Ты не рассу... Ай, блин, мой паук побежал. Ну ладно, я тебе помогать буду. Это что такое маленькое? А что, ты хочешь большой, что ли? Конечно, чтоб я поместился. Ты зачем? А, ты что, бразу хочешь, а, бросить?
Да, но я на одного человека строил только. Кто, кто строит, тот улетает, как говорится. О, ну слышал про такое? Не-не-не, все, о, все, брат, не нужен. А, все, ну-ка, ну-ка. Давай, все, строй так. Что? Ну-ка. Ты тоже строй все так. А ну-ка, ну-ка, сейчас, может, я вот... Ну-ка, ну-ка, сейчас, ну-ка. Чё ты делаешь? Куда прилетел? Побежал, сейчас, может, этот схвачу. Ну-ка, схвачу, схвачу. Чё ну-ка. Ты схватил? Ну-ка, оба! Ты чё сделал? А ты зачем? Я пытаюсь, короче, а ты там, ну-ка. Что ты пытаешься? Я пытаюсь, короче, его забрать, ну-ка, сейчас. Так, давай, так мы же поломали, нет, ты забыл, ты чё? Ну все, смотри, я его починил, короче. Уникально, ребята, уникально, Евген Гроб, он, похоже, оказался механиком, он все это время умел чинить корабль, а мы тут просто тусили на острове. Ну да, мы посмотрели местных пауков и так далее, ну видишь, теперь все, есть, короче. Корабль. Ты, о. Блин, конечно, подстава. Я думал, ты не можешь починить, поэтому мы тут должны все это делать. Ну вот. Давай ладно. Со мной садись, ты че? Ну ладно, все, давай, брат. Так. Так, ну все, давай, присаживайся и ждем, когда там цунами пойдет, да? Да, все, ждем. Ну-ка. Так, ну-ка. Браз, смотри, как близко вообще. Садимся. Ой-ой-ой, блин, браза, летит. Смотри, туда, одни пауки, ёшкин, матрешкин. Давай, запускай шарманку. Ой, да блин, не могу. Так, подожди. Давай, взлетай, браз. Не могу взлететь, браза, не могу. О, ну все, мы сейчас, короче, это, ну все, нам кирды, короче, от пауков. А что-то не взлетает, что-то, браза. Давай поменяемся местами, давай, слезай, браза. Давай, ты взлетай. Все, я готов, давай, погнали. Да погоди. А тяги-то не хватает. Не хватает, давай на старый. Давай на старый, видишь, не зря я его починил. Не зря хотя бы, да, починил, так. Видишь, я как чувствовал, давай, браз, взлетай, браз. Во, ой, давай. Ёшкин, смотри, как близко пауки-то прям. Офигеть. Так, ребята, мы сейчас спасаемся от огромного цунами пауков. Прям на воздушном шаре, ребята, офигеть. Давай, да, выше. Ой, они тут даже падают. Они же у нас падают прямо наверх. Да, выше прям облаков. Ничего, сколько пауков, ёшкин кот. Блин, я столько пауков вообще никогда не видел. Блин, капец, блин. Кстати, давай, пока мы убегаем, ребят, напишите, а вы вообще боитесь пауков или нет? Блин, капец, стрёмно вообще, конечно. Ну вот ты ж, Колянский, боишься пауков или нет? Конечно, а как же их не бояться-то, блин, они же вообще какие-то стрёмные. Да-да, это как бы да, давай прямо над пауками пролетай. Давай, чуть ниже, да, спускайся. Шкалянскую. Да. Ты же нормальный такой автомеханик от бога. Да, вообще. Оп, и зарешал. А блин, так бы... ребята, посмотрите, огромное цунами из пауков наводняет мир. Ну хорошо, что у нас есть воздушный шар, что мы улетели, капец. Да, вообще капец. Давай. Давай, фигарь, все, полетели. Давай, короче, в небеса улетим и все. Да, давай. Тут вот. Еще новая, смотри, волна прилетела. Ой, вообще, тут да, вообще, сколько пауков, ёшкин кот. Блин, капец. Ну все, ребята, что мы тогда с вами прощаемся? Давайте, с вами был кто? Евген Бро, да, и Шкалянский. Да, в общем, все, давайте, подписывайтесь, ставьте лайки и всем бай-бай. Пока-пока, ребятки.